Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить эклеры с оливье. Для начала мы приготовим эклеры. Для этого мы возьмем муки 150 грамм, 1 стакан воды, масло 120 грамм, 4 яйца. Для начала мы выливаем воду, масло. Переходим к плите. Нам нужно, чтобы наша смесь закипела. Берем муку и всыпаем муку в масло с водой. Когда мука хорошо вымесилась, мы переносим ее на стол. Мука заварилась. Оно должно немножечко остыть, минуты 2-3. Сейчас мы можем добавить яйца. При этом нужно хорошо вымесить каждое яйцо. Заварное тесто готово. Сейчас я беру кондитерский мешочек и заполняю туда заварное тесто. Берем противень и начинаем формировать эклер. Противень устилаем пергаментом и смазываем растительным маслом. Форма должна быть круглая, полная, чтобы мы могли потом их разрезать и начинить нашим салатом оливье. Берем эклеры и ставим их в духовку. Духовка разогрета на 180 градусов на 30 минут. Пока эклеры выпекаются в духовке, мы переходим к салату оливье. Для оливье нам понадобится отварной картофель 5 штук, язык грамм 400-300, майонеза 300 грамм, горошек полбанки, 4 яйца отварных, зеленый лук, морковь отварная 2 штучки, огурец свежий, перец и соль. Берем яйца, горошек, морковь, язык, свежий огурец, зеленый лук. Все хорошо перемешиваем. Сейчас мы наш салат посолим и поперчим. Теперь можно добавить майонез. Вымешиваем хорошо салат. Эклеры готовы, они уже остыли, мы можем сейчас их начинить оливье. Берем эклер, снимаем крышечку и начинаем салат. Эклеры с оливье готовы. Приятного аппетита!